С вами снова канал Вселенная Beautiful World, и я его ведущая Елизавета Костюкова. Сегодня мы находимся с вами в одном из прекрасных мест нашего Донского края, а именно в южной столице России. Вы догадались, где мы? Правильно, мы в Ростове-на-Дону. Город был основан ровно 270 лет тому назад по указу императрицы Елизаветы Петровны как Тимирницкая таможня, ведь расположился он весьма удобно на пересечении водных и железнодорожных транспортных магистралей. Имеет выход трем морям – Каспийскому, Азовскому и Черному, а значит и связь с Закавказьем и Средиземноморьем. Ростов-на-Дону величают воротами Кавказа. Я предлагаю вам сегодня прогуляться по городу вместе со мной и ощутить, как здесь гармонично сочетается дух Европы и Азии. Города – главный храм Ростовской епархии. Ростовский – кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Это миниатюрная копия московского храма Христа Спасителя. Рядом с собором возвышается четырехъярусная колокольня, а напротив нее – памятник Дмитрию Ростовскому, покровителю города. Площадь города театральная, а называется она, наверное, так, потому что здесь располагается драматический театр имени Максима Горького с его ансамблем «Фонтанов». В центре площади к 40-летию победы в Великой Отечественной войне был возведен памятник Стелла, освободителям Ростова, а венчает Стеллу богиня победы Ника. Слева от памятника расположилось управление Северокавказской железной дороги. Именно здесь, на главной площади Ростова-на-Дону, каждый год 9 мая проходит парад Победы, а в остальное время и все городские праздничные мероприятия. В 2018 году к чемпионату мира по футболу на левом берегу Дона вырос суперсовременный стадион Ростов-Арена на 45 тысяч мест и новый парк Левобережный. Находится огромная заброшенная территория, которую местные жители называют Парамоновские склады. В
теплые летние дни здесь довольно прохладно, и можно уединиться от городской суеты. Что же это за разрушенная территория и почему она находится именно на берегу реки? Дело в том, что здесь в 19 веке находился речной порт, который принимал суда со всего мира. На первом месте был экспорт зерна. Его свозили сюда со всего юга для отправки за границу. И, соответственно, зерно нужно было где-то хранить. Тогда два богатых купца Элпидифор Парамонов и Петр Максимов решили построить здесь складские помещения. Приглашенные инженеры Шульман и Якунин не только грамотно воспользовались рельефом местности, но и природными особенностями – родниками. Создали хранилище с уникальной системой охлаждения. Родниковая вода текла по специальным желобам, которые проходили сквозь все складские помещения. Температура воды постоянная – 18 градусов по Цельсию, что создавало благоприятные условия для хранения зерна. До сих пор в межэтажных пространствах на фасадах построек сохранились круглые отверстия. Через них выходили брезентовые рукава, по которым зерно со второго этажа пересыпалось на набережную для погрузки на баржи. Со стороны города же второй этаж выходит на уровень земли. Так почему же эти склады называются парамоновскими, а не максимовскими? Это произошло, по мнению историков, из-за того, что Максимов явно проигрывал своему компаньону в личных качествах. Элпидифор Парамонов обладал необычайной харизмой и был народным любимцем. Династия Парамоновых подарила городу больницы и школы, столовые и бани, казармы для холостых и домики для семейных. Каждый ростовчанин снимал перед Элпидифором шляпу, встречая его на улице, так как трудолюбивее, бескорыстнее и порядочнее его в Ростове не было. Парамонова называли хлебным царем страны за качество и объемы оборота его муки. А еще он был владельцем угольных шахт, пароходов и мельниц. Поэтому яркая личность Элпидифора Парамонова навеки сохранилась в нашей памяти, а эти сооружения до сих пор носят его имя. В этом месте на складах на рубеже 19-20 веков работал Максим Горький, знаменитый пролетарский писатель, известный среди грузчиков Ростова как Леха Пешков. Потом он будет с ним жалиться об этой каторжной работе. При советской власти парамоновские склады перешли в собственность государства. В Великую Отечественную войну в склады упала авиабомба и разрушила всю систему водоохлаждения, но сами сооружения выстояли. После войны здесь хранились стройматериалы. В 1985 году парамоновские склады стали памятником культуры и истории федерального значения. Но, как мы с вами видим, они не перестали быть руинами и находятся в весьма печальном состоянии. А жаль, очень хотелось бы, чтобы все-таки нашлись неравнодушные инвесторы, современные Парамоновы и Максимовы, которые восстановили бы этот необыкновенный памятник русского зодчества и создали бы здесь уютный островок гармонии и воссоединения с нашей родной донской историей. Евгений Голосюк, Валерия Колесникова и Виктория Диденко. Специально для канала «Вселенная Beautiful World».
ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Всем пока!